Праздничная локация появилась на набережной реки Терек. Новогоднюю иллюминацию недалеко от сухого русла установили администрация Владикавказа. Зимнюю сказку прохожих погружает елка в цветах осетинского флага, снеговик, гигантские игрушки. В общем, атмосферу волшебства ощутит каждый. Арт-пространство яркое настолько, что остановить взгляд на чем-то одном невозможно. Как только гирлянды зажигаются, набережная Терека наполняется туристами и местными жителями. Каждый день со школы идем по набережной. И проходим мимо всего этого. Если честно, с самого начала я была прям в восторге от этого. Все началось с того, что с деревьев были. Ну, то есть очень нравятся маленькие детали. То есть на деревьях огоньки, все эти шарики. То есть прям очень хорошо постарались. И елка, и снеговики, и шарики. Даже вот они умудрились на деревьях эти шарики повесить. Молодцы. Вот даже приятно гулять. Вот, и утром приятно гулять, когда выходишь, прям душа радуется, шарики горят, огоньки горят, и вечером тоже очень приятно. Вот настроение такое зимнее, новогоднее.